Всем привет, друзья, из Алани. 11 декабря, 22:45 время, и вы не поверите. Давайте я вам покажу эту пустую площадь у Красной башни. И я здесь один. Один, такого не было никогда. Ни днем, ни ночью. Это первый раз реально, когда вот здесь я нахожусь один. Ни одного человека нет, ни на лавочке, ни на смотровой. Не только человека, а даже ни одного котейки нет. Идет дождь, я под зонтиком. Я романтик, вы знаете, поэтому меня это не пугает. Дождь, и потом еще через 2-3 дня посмотрим, как я сюда пришел. Большая прогулочка получилась интересная. Так, у меня что-то уже начинают ноги промокать. Надо, наверное, домой двигать. Рассказываю, друзья, о погоде. Сейчас плюс 15, минимум 14,5. Довольно комфортно, но я тепло одетый. Я одетый как бы по-зимнему, по Аланийски, по-зимнему. И я пока вот по набережной шел, я уже немножко даже вспотел. Комфортная погода, иногда вот вечером хочется шапку одеть, сейчас нет, сейчас абсолютно комфортно. Идет дождик, полдня у нас то был, то не был, дождь то был, то не был. На ближайшие пару дней тоже прогнозы такие страшные с дождями, но ливня не будет и круглосуточно они идти не будут, и это главное. А еще самое главное, что будет тепло, как и сегодня днем было 21, ну в среднем 21, скажем так. Можно сказать, что это в тени, потому что солнца практически не было вообще сегодня. Вот. Вода, друзья, 21, 21,2. Такая температура воды сейчас. Небольшой штормик даже здесь. Поэтому там, наверное, где более открытые участки моря, там, наверное, штормик. Ни одного человека, реально, это фантастика. Ни одного, просто вот как будто я тут ночью. Так и то ночью тут даже всегда люди есть. Вот я так попал, реально. Сейчас, конечно, подойдут, кто-нибудь приедет, придет, но в данный момент вот ни одного тоже едет первый человек. Ни одного человека. Сейчас здесь мы были с вами одни. Вот такое вот маленькое включение. Сегодня ночью это постараюсь выставить. Привет, Валерия. Привет всем, кто любит тот пляжик, который вы сейчас наблюдаете. 11 декабря. В Алании. Хочется сказать лето. Ну, можно сказать осень. Осень начинается в Алании. Ну, так очень комфортно, очень классно. Главное, что тепло. Дождики нам не помеха, потому что тепло продолжается. Вот он один постоял, уехал, еще он там двое людей идут, и все. Мира, добра, здоровья, позитива, друзья, и теплого моря, теплого воздуха всем, кто в декабре приезжает. Держу, держу, это для вас тепло, не переживайте, держу. Даже дожди пытаюсь сокращать всеми возможностями. У вас там по прогнозам они идут круглосуточно, на самом деле... Ромка все делает, чтобы они были не целый день и не каждый день. Все, пока всем.